Всем привет, ребята! С вами снова я, Ирина Ясинская. Это значит, что сейчас будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе, ребята. Я очень рада снова видеть вас, ведь я теперь весь декабрь снимаю видео каждый день. И сегодня я для вас подготовила небольшой новогодний подарок, друзья, потому что скоро Новый год, и в канун этого Нового года я решила заказать M&M's. Экзи, ребята, это реально страшная конфета, самая страшная конфета, которую вы могли бы только себе представить. Когда я увидела на сайте Darknet, я решила, что я обязательно подарю своим подписчикам это видео, ведь они обожают конфеты, обожают сладкое, и я решила заказать M&M's Экзи. А что будет внутри, ребята, как вы думаете, пишите прямо сейчас в комментариях. Ну а перед началом три самых крутых и самых клевых комментариев. Раз, два, три. Если ты тоже хочешь попасть в мои видео, то пиши самые клевые, самые страшные, самые крутые комментарии. Ты обязательно появишься в моем видео. Ну а мы, ребята, погнали! Итак, друзья, на сайте Darknet я заказала проклятую игрушку. Не путайте ее с живой игрушкой, потому что в проклятые игрушки кладут всякие разные проклятые вещи, которые на вас нагоняют порчу, проклятие, и происходит что-то страшное. А живые игрушки, они оживают. Это абсолютно две разные вещи. Поэтому эту проклятую игрушку мы не будем оживлять. Мы прямо сейчас ее разрежем и достанем все эти жуткие, мрачные, проклятые вещи, которые находятся внутри M&M's Экзи. Кстати говоря, ребята, это красный M&M's. Пишите в комментариях, какие вы больше любите. Красный, желтый или зеленый. Это разных цветов бывают. Поэтому я вот люблю красный, поэтому заказал красный. Хотя там были разного цвета. Если хотите еще других, чтобы я открыла, то пишите в комментарии. Ира, открой желтый M&M's. Ира, открой зеленый M&M's. В общем, все ваши желания будут исполняться в канун Нового года, ребята. Ну а мы давайте приступать. Будем разрезать M&M's Экзи прямо сейчас в 3 часа ночи, в дьявольский час, только на канале Ирина Ясинская, на канале Королевы Мистики. Давайте же начинать. Итак, у нас огромнейший, преогромнейший нож, которым мы сейчас разрежем и узнаем, что же организаторы сайта Darknet. Ау! Черт, чуть руку себе не поранила. Положили в эту игрушку. Нет, 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 погоди. Видимо, затупился, пока мы столько игрушек распаковали. Разрежем так. Раз, два, три. Отлично, ребята. Все. Этим ножом лучше получается. Наша игрушка M&M's Экзи. Проклятая игрушка. Разрезана. И сейчас я покажу, что внутри. Я надеюсь, что вы готовы и поставили 10 тысяч лайков на этом видео. Потому что я уверена, что в M&M's Экзи находится что-то интересное и наверняка страшное. Короче, ребята, я вот тут вот сейчас вот так щупаю. Я не знаю, вы слышите или нет. Слышите это? Вам знаком этот звук? А мне кажется, что это звук конфет. Да, ребята, и я уже вот здесь вижу. Самая популярная, самая трендовая жвачка. Ловис! Господи, ребята, я не верю своим глазам. В M&M's Экзи настоящая крутая жвачка. Лав Экзи, ребята, я просто в шоке. Я хочу прямо сейчас открыть ее и попробовать. Черт, ребята, вы знаете... Так, стоп, попробовать. В проклятой игрушке пробовать проклятые жвачки... Возможно, это опасно, но не для меня, ведь я королева мистики. И мы прямо сейчас попробуем эту жвачку, проклятую жвачку, которую я нашла в M&M's Экзи. Посмотрите, здесь как прям как в Among Us, ребята. Кстати говоря, в предыдущем видео я разрезала живую игрушку Among Us, вернее, проклятую игрушку Among Us, и там было очень клево, так что если ты не видел это видео, обязательно набери проклятые или живые игрушки Ирина Ясинская, и все видео будут именно там. Короче, смотрите, тут жвачки как будто для каждого Among Us. Красная, желтая, зеленая, синий и оранжевый. Ребята, напишите, какой цвет ваш самый любимый, оранжевый, синий, зеленый.
зеленый, желтый или красный. Мой, естественно, красный цвет крови, цвет страсти и так далее. Я просто обожаю красный цвет, поэтому я сейчас распакую эту красную жвачку. И, кстати говоря, там должно быть какое-то предсказание на будущее к Новому году, ребята. А вы, кстати говоря, напишите, какую жвачку распаковать для вас, и я опубликую обязательно, знаете, где? В сторис в Инстаграм, какие будут у вас пожелания. Так что подписывайтесь на мой Инстаграм, _ Ирина Ясинская, там я опубликую, что значит каждый цвет этой жвачки, и это будет вашим предсказанием. Ну, а моим предсказанием будет, ребята, сейчас посмотрим. Ну, конечно, это, скорее всего, любовные предсказания, ведь это жвачка Love Is. Итак, что же, на фронте любви ждет Ирину Ясинскую в 2021 году. Кстати, прикольно звучит, 2021 год. Любовь – это сделать кормушку для птиц в саду. Ребята, вы все знаете, что я строю огромный гигантский дом мистики, где я буду жить вместе со своими детьми там. И мне необходимо будет в 2021 году построить кормушку для птиц в моем саду. Прикольно, какие пожелания ждут вас. Так что загадывайте любой цвет, заходите ко мне в Инстаграм, _ Ирина Ясинская, и я открою, что будет у вас на любовном фронте в 2021 году. Ну а мы будем дальше доставать жвачку, я потом обязательно попробую, ребят, потому что мне уже не терпится просто достать все, что находится в M&M's XZ, ребята, это просто нереально, очень хочется все это увидеть поскорее. Короче, ладно, залазим дальше. Так, так, барабанная дробь, ребята, здесь, как всегда, куча всего. Смотрите, я нашла какой-то пакетик. Слушайте, это напоминает... О, мои любимые конфеты Skittles, друзья! Skittles, мои самые-самые-самые любимые конфеты, потому что я обожаю кислое. Просто не могу жить без кислого, ребята. Давайте откроем, что там внутри. Ого! Это реально обычный Skittles. Здесь нет никакого подвоха, потому что я думала, что я сейчас открою, высыплю, и там высыпятся какие-то тараканы. Блин, это что-то нереальное. Ладно, ребята, я также выберу себе красную конфету Skittles, а все остальные оставлю. Что еще? Неужели этот M&M's XZ полон конфет, ребята? Это просто очень круто. Кто любит конфеты, ставьте лайки, ребята, пишите в комментариях, какие конфеты, кстати, вы любите. Смотрите, Кит-Кат, тоже мой любимый красный цвет. Кит-Кат, смотрите, еще. Тут еще, друзья, тут еще Кит-Кат. Черт, еще. Еще Кит-Кат. Господи, сколько там Кит-Ката, сколько шоколада. Это самый лучший новогодний подарок, который я только получала вообще когда-либо. И самых вкусных конфет, ребята. А это что? Ребята, вот черт. Это M&M's с арахисом. То есть в M&M's XZ находится M&M's с арахисом. И смотрите, здесь на картинке красный. Давайте пока не будем распаковывать, потому что я нахожу там что-то еще. Еще Кит-Кат, друзья. Еще M&M's, ребята. Еще пачка M&M's и тоже с красным. Я знаю, что M&M's бывает еще и с желтым. Друзья, еще смотрим. А еще мои любимые конфеты, ребята, это еще красный Skittles. Интересно, а бывает еще какого-то другого цвета Skittles? Если вы знаете, напишите этот цвет в комментариях. Смотрите, друзья, давайте его откроем, может быть, там что-то будет. Нет, и здесь ничего нет, никаких ни пауков, ни червяков, как-то это странно. Потому что обычно, когда мы распаковываем проклятые игрушки, там обязательно какая-то жуть, кровь или еще какая-то фигня, я не знаю, что-то происходит всегда. Но в этот раз все абсолютно нормально, там какие-то обычные конфеты, которые я люблю больше жизни, ребята. Я думаю, что вы тоже обожаете эти конфеты. Ладно, давайте достанем уже наконец-то все, что там есть. Ребята, я не верю своим глазам. Я просто нащупала, я уже знаю, что это. Это, смотрите сюда. Это Kinder Surprise! Kinder сюрприз, ребята! Это Kinder! Кто не любит киндеры, тот просто, ну, я не знаю, не понимает ничего. Kinder, это так классно! Ведь там внутри обязательно находится какой-то сюрприз, и я уверена, что он будет наверняка мистическим каким-то, представляете? Там будет какая-то игрушка. Давайте его прямо сейчас откроем и узнаем, что, какая игрушка. И, скорее всего, она будет мистическая. Но на первый взгляд этот Kinder сюрприз абсолютно нормальный. Вот когда мы его открываем, обычный шоколад. И, кстати, говоря, очень даже приятно пахнет. Давайте распакуем его. И заветная вот эта колбочка, капсула. Итак, что же там? Вот черт! Мамочки мои!
Блин, я знал, что если M&M с XZ, обязательно там будет какая-то херня. Черт, ребята, я просто когда открыл, я увидел там что-то черное. Блин, ладно. Походу, оно не шевелится. Я не знаю, что там, посмотрите. Оно какого-то темного света, и это уже стрёмно, ребята. Ладно, давайте откроем это куда-нибудь вот сюда. Вот. Хорошо. Раз, два, три. Господи, посмотрите. Это какая-то черная жесть. Ребята, это противно. Я не знаю даже, что это. Оно даже не может открыться, друзья. Это какой-то старый лизун, что ли, или что-то похожее на скорпиона, я не знаю. Он весь слипшийся и жутко пахнет, друзья. А что-то мне это не нравится, ребята. Также здесь в M&M's еще KitKat и еще одна упаковка M&M's. Посмотрите, этого просто не может быть. Посмотрите, три M&M's, два красных и один желтый. К чему это может быть, ребята, я не знаю. Так, а это что? А это что за огромное яйцо? Ребят, неужели там еще огромный киндер-сюрприз? Вы знаете, бывает маленький, бывает гигантский. Сейчас я его достану. Как я его могла не заметить ранее? Смотрите. Огромное яйцо. Слышите? Там что-то есть. Я не знаю, что там, ребята. Я боюсь открывать, я пока не буду. Я не буду открывать это яйцо, пока вы не соберете 10 тысяч лайков на этом видео, ребята. А сейчас я хочу попробовать все эти конфеты. Я хочу открыть каждый M&M's и в каждой пачке этих конфет я хочу попробовать красную конфету. Видите, я открываю их всех, и они абсолютно нормальные. Значит, я могу попробовать любую. Так, мы наберем, короче, красное и жвачка Love Is My красная. Так, все, ребята, я пробую. Сначала красный M&M's. Черт. Это невозможно есть. Слушайте, они абсолютно невкусные. Такое ощущение, что они отравлены. Сейчас, если будет то же самое с этими конфетами. Жесть. Они все испорченные, друзья. Господи, а это вообще с какими-то волосами? Я ее даже пробовать не буду. Черт, ребята, походу я зря заранее радовалась, потому что все эти конфеты отравлены. Сейчас я попробую открыть KitKat. Он на первый взгляд выглядит абсолютно нормально. О боже, он воняет дерьмом. Друзья, этот KitKat воняет дерьмом, ребята. Это все не настоящие конфеты. Их есть нельзя. Это проклятые конфеты, которые отравлены. Но мне кажется, что слишком поздно, потому что я попробовала уже M&M's, и мне как-то жутко, мне как-то не по себе, друзья. Ладно, в общем, раз с конфетами у нас не получилось, давайте откроем тогда уже и узнаем, что в этом яйце. Господи, что это? Черт. Подожди ты. Погоди, это похоже на змею. Смотри, смотри, смотри. Нет, она... Подожди. Она мармеладная. Это змея мармеладная. Она не может быть, у нее глаза живые. Сейчас чудо кулинарии, она мармеладная. Она реально мармеладная. Ой. Слушай, я хочу ее попробовать. Я хочу ее откусить. Блин, я ни разу, ребята, вы ели хоть раз такую большую мармеладную змею? Она реально мармеладная, она пахнет вообще отпад, она пахнет очень вкусно. Короче, я сейчас ее попробую. Соберете 10 тысяч лайков. С вами была я, королева мистики. До новых встреч. Всем пока!